Стороны обсудили широкий круг вопросов российско-вьетнамского сотрудничества в энергетической сфере. Напомним, что еще в мае 2008 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Большим Газпромом и компанией «Петровьетнам», которое предусматривает проведение геолого-разведочных работ и дальнейшее освоение 4 новых блоков на шельфе Вьетнама, а также создание совместного предприятия «Газпромвьетнам» для работы как в России, так и в третьих странах.